Сражение под Панарами состоялось 19 июня 1831 года в ходе подавления польского восстания 1830 года. Предыстория. После поражения при Остроленке поляками было принято решение основную часть армии отвести к Варшаве, а генералу Гилгуду дано было приказание идти в Литву для поддержки тамошних повстанцев. Отряд Гилгуда прошел в Литву, и силы его по соединению с генералом Хлоповским и отрядами повстанцев возросли почти вдвое. Остин-Сакин отступил к Вильно, где численность русских войск по прибытии подкреплений также дошла до 24 тысяч. Сражение. Под давлением энергичного Хлоповского Гилгуд принял марш на Вильнюс, но не сумел поверить в собственные силы и двигался так медленно, что русские сумели собрать значительные силы и подготовить оборонительные позиции на Панарских высотах к западу от Вильнюса. Этот район был местом, где сходились дороги, ведущие в Вильнюс из Гродно, Каунас и Тракая. Там и произошла битва между польскими войсками и российской армией. Имперские войска с легкостью отбили нападение польских отрядов, которые потеряли 2000 солдат, в то время как русские только 400. Гилгуд, преследуемый частями русской резервной армии, ушел в прусские пределы. Из всех польских войск, вторгшихся в Литву, один лишь отряд Дембинского сумел возвратиться в Польшу. С отрядом Хлоповского Гилгуд прибыл к прусской границе и 1 июля перешел ее, но тут же был застрелен поручиком Скульским, подозревавшим его в измене.